Открытие тематических кабинетов является воплощением идей главы государства и изложенных в программе «Рухани Жангару». Кроме того, инициатива учебного заведения поддерживает проект акима области «Счастливое детство». Подобные кабинеты выполняют просветительскую роль и демонстрируют школьникам историю становления казахстанской негосударственности. В этих учебных классах, помимо уроков, планируется также проведение различных конференций и семинаров. Национальная идея «Мангликель» создана для того, чтобы объединить стремление и силы всех казахстанцев в решении насущных задач, стоящих перед обществом. Абайтану мы говорим, что Абай для каждого человека раскрывается по-новому, заново. У каждого свой Абай. Поэтому Абайевидение, нам кажется, что нужно в наши дни. А кабинет краеведения на сегодняшний день, наверное, открывается впервые, я так думаю, в нашей области, а может и есть. Но в этом кабинете работают учителя, которые являются соавторами учебника «Улькетану». Оснащение кабинетов проходило в рамках акции «Туган жерге тағзым». Большую помощь оказали выпускники учебного заведения. Один из них – Абат Батырханов. Школу он закончил в 1987 году. Сейчас занимается предпринимательством. А при оборудовании кабинета Абайтану помог приобрести наглядные пособия. Я в этой школе учился 10 лет. Здесь дали хорошие знания, которые пригодились в дальнейшем. Знания получали мои сестры, а сейчас здесь учатся мои дети. Именно с этой целью решили помочь родному учебному заведению. Призываю всех выпускников помогать школам, где они получили знания и дорогу в жизнь. К слову, за 80-летнюю историю школу имени Максута Кусанинова закончили около 3000 человек. Николай Сырбов, Самат Каликенов, телеканал «Актубе».